Спать мы будем до... Это вот до рассвета. Ночью так. Да, с воровством игра прям разочарование года. Ну, может быть, привыкну. Или прокачаться нужно, потому что за 5 секунд курсорчиком бегать. Надо еще успеть. Так, дальше по квестам у нас. Добрый вор, отнести кольцо в кухельницу. Пошли относить. А, кстати, игра сохранилась? Нет. По-прежнему нет. Нельзя умереть сейчас. Нельзя ни с кем драться, потому что я точно умру. Так, кухельница у нас где? Оу. Пошли относить. Река. Стоп, а ну дойду. Сейчас же рассвело, интересно, или нет? Нимус, после стрима с Serious Sam возник вопрос. Не будешь ли проходить Bioshock? Не буду проходить. Bioshock мне игра абсолютно не нравится. Мерзейшая. Она почему-то нравится такому количеству людей, в плане ее красоты, необычайности. Но игра, где два слота под оружие и в каждом жесткий лимит пулек, меня бесила до последнего, каждой своей секунды. Пока не играешь. Это вот как иной раз с танками. Пока не играешь, отличная игра, клевая, смотреть интересно. Ну как только. А сколько времени вообще? Почему еще ночь? Что, ничего не доспал? Пойдем доспим. Но не похоже на рассвет. Да сплю еще час. Ну чутка. Это, видимо, прям вот совсем рассвет. Вот тут. Тут же вот годенько. Но не сохранилось по-прежнему. Два моих сейва откисают. Фик-фикус, там есть кровать, на которой можешь сохраняться, ты спал не на ней. Давай сейчас поспим. Хоба. Игра сохранена, можно умирать. О господи. Просто эта игра такое испытание для здравого смысла. Я спал. Надо запомнить, там же шкура лежит. Кровать со шкурой. Я спал со своей шкурой. Так и запишем. Так, пойду скажу к кожемяке, дам ей украденные тряпки. У нее 200 грошей было в запасе. Ну как вот? Просто как? Какая разница, на какой кровати ты спишь? Так, это рыжий и в шапочке, это рабы ее. Хорошо. А где сама торговка? Она, смотри, он весь свой лут подтянула и сквозанула куда-то. Мать! Ты где? А где мать? Вон она ходит, мать. Ну-ка выходи на улицу. Вот торгов... Во, вышла. Ай, львица. Иди ко мне, давай. Чего-нибудь не пугает.
подойти. Торговать давай. Скорее, вот, а может быть, вот тут должна стоять, свое говно разложить, чтобы торговать. А, что видим? Ох, от игры начинает гореть. Эй, тупня. Я хочу торговать с тобой, женщина.